9 утра – самое начало рабочего дня, но сотрудники чулочного комбината должны успеть решить не только производственные вопросы. На базе предприятия всего на несколько часов открыты врачебные кабинеты невролога, кардиолога, терапевта, эндокринолога и других специалистов. Что немаловажно, свои заключения они дают на основе лабораторных анализов, которые можно сделать прямо здесь и прямо сейчас. Такой уникальный шанс упускать не захотел никто. Я был у кардиолога, невролога, успел сдать анализы. Ну, в общем-то, если посмотреть по времени, которое я затратил на это в поликлинике, то я сэкономил 2 рабочих дня. В наше время каждый должен заботиться о своем здоровье. И, конечно, очень интересно узнать, просто пройти профосмотр, узнать результаты своего здоровья и дальше продолжать вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье. В Беларуси болезни системы кровообращения занимают ведущее место в заболеваемости и смертности, а также являются главной причиной инвалидности. Потому в рамках акции делался акцент именно на этой проблеме. Однако врачи другой направленности не переставали напоминать. Организм – это система, в которой не должен сломаться ни один винтик. Большая половина я увидела патологии со стороны щитовидной железы. Основная часть идет с избыточной массой тела, это может свидетельствовать в дальнейшем о высоком риске развития сахарного диабета. Заботятся ли они о своем здоровье, не могу сейчас на данный момент сказать, потому что, учитывая, что запись к узким специалистам во всех поликлиниках, это очень тяжело, там за месяц, за два, я знаю, что талоны только берут, надо проходить своевременно все. В этом году уже проведено 5 таких широкомасштабных акций на базе различных предприятий города и области. За это время обследовано около 2000 человек. У 24% выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. Главная цель этого проекта – это заострить внимание людей на собственное здоровье, на здоровье сердца, чтобы выявить факторы риска и чтобы человек самостоятельно дальше думал, каким образом их нивелировать и как сделать свое качество жизни максимально высоким. Организаторами акции являются Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии совместно с Брестской центральной поликлиникой. Здесь у нас присутствует много специалистов, узких специалистов, которые приходят с разных поликлиник города и, в частности, из еще областных учреждений. Организаторы акции не собираются останавливаться. До конца года они планируют провести подобные проекты на базе еще нескольких предприятий города. Ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Тем более, если врачи сами придут к вам на работу. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БукТВ.